Сколько бы по свету не скитался, я все равно на родину хочу. Мы находимся в Армении, в городе Еревана. И вот этот ключ, который сзади меня, открывает эту серию фильма. И все интересно об этой древнейшей стране вы получите вот в этой серии. Как жаль, что получается так редко мне бросить все и полететь туда. Ереван, ты дом и родина для всех армян. Пусть... Еще пролетели Ереван, столица Армении. Первое впечатление, какие, короче, по деньгам к рублю 1 к 4, делить на 4, это будут рублевые цены. Кучу симок, можно сразу же, недорогая связь за 1000 рублей, на месяц у вас будет безлимитный интернет, и все запрещенные сети летают просто. И вот сейчас едем в гостиницу. Это что за вино? Я не оказался вместе, мой Ереван останется со мной. Хочу поднять бокал я за столицу, что согревает всех своим теплом. И пусть же всем армянам будет сниться в любом конце планеты милый дом. Ереван, ты дом и родина для всех армян. Пусть светит солнце над тобой всегда. Живи, мой милый Ереван. Пусть будет небо чистым над тобой, над всей армянской землей. Вот, ребят, самое вкусное место, вот сказали, наверное, Ереван. Смотрим. Друзья, армянская кухня для меня всегда была загадкой. Что же такое? Грузинскую знаю, азербайджанскую, но армянская, она, конечно, выше всяческих похвал. Вот смотрите, это вот типа вот наша шаверма. И это форель. И форель, она при том речная. Это не те хозяйства. Это речная тогда форель? Это что такое? Ишхар. Короче, это форель ишхар. И могу сказать, что она очень вкусная. Смотрите, как просто сделать, как шаверма, только она без костей уже. И плюс много-много тархуна. Очень интересный вкус получается. Вот это. Потом я хочу сказать, что отдельное о зелени. Это то, что растет именно сейчас в открытом грунте. И это просто вот ты ешь всю эту зелень, там базилик, кинза, лук. И это все вкусно. Ну, пока у нас нет еще такой, к сожалению. А в этом теплицах такого. И отдельно спасибо за вино. Никогда не думал, что Армения производит такие вкусные вина. Называется Ванап. Так что приезжайте в Армению, кайфанете и получите гастрономический экстаз. А мы гуляем по Еревану. Ереван, то что здесь все те бренды, которые от нас ушли, они здесь все предоставлены. И вот на этой улице они все есть. И очень прикольно, что как будто ничего не изменилось, как будто мы находимся в России там 20-го года. Очень прикольная улица, спокойно, будний день, но полно народа. Очень здорово. Сейчас
сегодня мне приснился там, как я не мог пойти в него. Светит прямо в сердце, в душу и в глаза. Этот город просто сказка, столько в нем добра и ласки, что одною песней мне не рассказать. Города везде мне рады, но такой святой отрады и награды я давно себе желал. За Кавказом горы круче, подниму бокал я лучше за тебя, родной, любимый Ереван. За Кавказом горы круче, подниму бокал я лучше за тебя, родной, любимый Ереван. Ереван, 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 это счастье, любви, караван. Араратом клянусь, ах, Перджан. А, перец, хера, вот покидаемое. И очень всем рекомендую, когда будете в Ереване, вот в этом отеле побыть. Потому что вот это добродушие армянское, вот это в лице Дианы, оно нас подкупило. Очень хороший номер, завтрак. И вот, а почему у вас цветы? Я в гости, в России подружилась. Не, на самом деле, это мы это цветы подарили в знак благодарности. До свидания. Вот вверху Национальная галерея, да? А вот этот вот здесь Пашинян сидит. Любите его? Я особо так любить-то не люблю. Кто-то выбрал, он любит, я нет. Чего в Калифорнии говоришь-то? В Калифорнии экзамены, права получить, можно сдавать на армянском языке. Потому что там население есть большое армянское. И государствами все это учитывают. Это мы говорим, что армяне живут во всех странах по всему земному шару, и в Америке их очень много. И что много возвращается обратно на родину, именно в Ереване живут. Да. Им комфортно здесь, да? Конечно, здесь. Только денег есть, здесь самое хорошее место в мире потратить. Да, 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 да. Это где наша гостиница? Вот, вот это? Ну вот мы встали, проснулись и идем по этому древнему городу. Ереван, кстати, старше Рима на 400 лет. То есть первые археологические раскопки еще находят клинопись раньше, чем вот эти старинные города Европы. И очень интересно то, что современная архитектура, красивая вот такая, вот отели уже переплетаются с разрушенными домами древними прямо в центре. И придает, конечно, необычайно интересный вид. Так что мы пока только начинаем наше знакомство, и все эти впечатления будем передавать. В этом фильме, смотрите, вот это... Друзья, вот, когда приедете в Ереван, не нужно по турам таким ездить. Подойдете к Кургену, вот сюда, на площади Республики. Республики, да? И он, у него тур во всю Армению, она не такая большая. И можно просто жить в Ереване и путешествовать по... историческим местам. Куда можно съездить отсюда, например? Вот расскажи. Что, прямо на гору можно подняться? Нет, она же в Турции находится. Нет. Там церковь. А, церковь. Вот это самое ближайшее, где можно увидеть гору Арарат. Да. Винный завод, птичья пещера, Гораван, Красные горы, ага. Водопады всякие, ну, Джермук, Шаки водопад, Тафель, Канатная дорога. У нас красивых мест очень много. Да. И вообще, на самом деле, достаточно бюджетно еще по российским меркам. Это примерно там 2-3 тысячи стоит на день, да? Вот, ну, именно туда-сюда, это в зависимости от мест. Так что Ереван это самое, и Армения это самое пригодное для путешествий сейчас направление. Вот я очень рад, что наша братская республика предлагает такие уникальные туры. Как вам? Пока еще не знаю. Пока. Повторимо, светит прямо в сердце, в душу и в глаза. Этот город просто сказка, столько в нем добра и ласки, что одною песней мне не рассказать. Города везде мне рады, но такой святой отрады
там горы круче. Подниму бокал я лучше за тебя, родной, любимый Ереван. За Кавказом горы круче. Подниму бокал я лучше за тебя, родной, любимый Ереван. Ереван, Ереван, Ереван. Это счастье, любви, караван. Арара, там клянусь, Ахперджан, что душа влюблена в Аястан. Ответ услышу, целую твою душу. Ты со мной навеки вечный Ереван. Скажу в ответ услышу, целую твою душу. Ты со мной навеки вечный Ереван. Вот чем хорошо, что здесь не нужно дорогую воду покупать, потому что через каждые 100 метров Тарзан кратчайший чернится. Армения. Тем более все здесь впервые. Я думаю, что эта страна вам очень понравится, ну, потому что в Армению невозможно не влюбиться. Особенно те, кто любит очень вкусно поесть. Здесь действительно очень вкусно готовят. Очень душевные люди и великолепнейшая природа. И как Рафаэл сказал, что если бы была там, ну, что земля армян настолько там великолепна и прекрасна, то есть это прям рай на земле. И я думаю, что за эти дни вы в этом убедитесь. У тебя 40 градусов жары в городе Ереване, потому что через месяц, нет, через полтора примерно, начинается жара. 40 тысяч наоборот будет светиться, потому что это вообще шикарнейшая, невероятнейшая вода. Как можно не пить? Это неотъемлемая часть вот этой части города Еревана, потому что этот человек стал атмосферной частью нашей улицы. Человека как зовут, никто не знает. У него есть прозвище, которым все его называли. Его называли Карабала. Карабала – это тюркское название. Вообще влияние тюркских языков для прогулок. И этот проспект называется Северный проспект. По изначальному плану города Еревана Северный проспект был. Но мы видим, что он, хоть и здесь оформление Северного проспекта опять из нашего туфа, но видим, что здесь уже учитываешь то, что ты строишь, и ты можешь копать. Но когда у тебя сейсмически активна очень страна, сейсмически активна за Армении, наверное, тоже. А, братка, как тебя зовут? Саша. Саша, откуда? Арно Бабаджанян что-то кому-то говорит, чего не говорит. Муслим Магомаев говорит, между мною и тобою гул небытия. Друзья, смотрите, произведение. Ты закрыл его. Памятник настоящему армянскому хачу, как сказали. И нос, это, когда погладишь его, это всегда олицетворение кавказских народов, но это в добром понимании, а это Бирджаняну памятник. Не помню, как скульптор называется. И он означает экспрессию такого армянского народа, извиняюсь. Вот смотрите, как круто. Ну, мне очень нравится, по крайней мере, современное искусство, оно имеет здесь место быть. Непослушные были, в общем, несколько раз привозили, увозили, но вообще сначала лебеди плавали не то, что сначала, даже несколько лет тому назад пока что. Там для всех армян, пусть видит солнце над тобой всегда. Живи, мой милый Ереван, Ереван. Туру.
где-то архитектуру находишь, где-то севан, где-то людей, где-то солнце, где-то вкусная еда, где-то вино, где-то коньяк. Собираешь невероятнейшую картину в конце и увозишь с собой эту картину, оставляя себе навсегда уже с представлением реальной картины. Потому что до этого, как ты приезжаешь, это все очень абстрактно, это все очень непонятно. А ты собрал правильную картину. И по ходу мы эту картину, эти мозаики, смотрите, находить, будем вставлять эту картину, присоединять, и в конце мы получим эту красивую картину. Пока что на этом. В любом конце планеты, милый дом, Ереван, ты дом и родина для всех армян. Пусть видит солнце над тобой всегда. Звонили, это имя человека. Но танец с саблями, оно много, где-то может сидеть в головах, что есть какое-то такое понятие, как танец с саблями. А, значит, Арам Хачатуря, как раз и в честь него называется филармоническое здание и носит имени Арама Хачатуряна. А, почему Арама Хачатуряна остановился? Потому что танец с саблями — это то произведение, через которое мы в основном знаем Арама Хачатуряна. Но я когда назову основной баянный, никто про это не говорит. В общем, я вам скажу, благодаря танцу саблями Арам Хачатурян за железным занавесом в Соединенных Штатах стал первым композитором, из репертуара которого в Соединенных Штатах начали играть советского композитора. Почему? Потому что в танце саблями есть маленький кусочек, где есть переходы ритма на три четверти, где саксофонное соло обыгрывается, которое очень напоминает джазовую часть композиции в этом соло. И это саксофонное соло взяли американцы для себя и начали конкретно танец саблями обыгрывать у себя. Чикагский филармонический оркестр, который первый взял танец саблями в свой репертуар, стал первым филармоническим оркестром в Америке, который продал свои пластинки в миллион экземпляров, потому что филармонические оркестры Америки в те времена были не очень на друг другу взаимосвязаны. Арман Хачатурян, да. Не надо откладывать. Мастер, сорян. Покупки у нас? Ой, классно. Нам сложно доходить до пешеходного перехода туда, когда нам надо обратиться сюда. Или доходить до другого пешеходного перехода, опять возвращаться сюда. Мы заходим через вот эту улицу, и это единственная улица, где сигналы машин. Это приветствие, это радость нам. То есть невероятнейшее, прямо засел в душу любого армянина. Наш Ереван. Александр Таманян, представитель армянин, который учился в Питере, в Питерской художественной академии. После окончания учебы его руке принадлежали очень много зданий, сооружений, отреставрированных, восстановленных, построенных в усадьбе богатых людей в Питере. Таких пышных Фернандо Ботеро в Испании, в Барселоне. И ему рассказывают о том, а вы знаете, что еще по одной из таких скульптур находится одна в Ереване, другая на площади Ботеро в Южной Америке. И вот тогда у человека начинает появляться интерес, а что такое это Армения вообще? Неужели как это Ботеро в Барселоне и Ботеро в Ереване? Все эти лошадки, они попали... Оставил там повседневность, одна нога еще там в повседневности. Но он прорвался сквозь стену, и он вышел в наружный, в новый мир, оставляя там, что повседневно. Эта скульптура немножко для вас, посвящена вам, которые оставили повседневность там и вырвались, и пришли в новую жизнь, посмотреть что-то на новое. Так что эта скульптура вам. А на кулечке придут на женщине курить, вах, мамаджан. То есть голые ничего лежат здесь, а курить это уже очень-очень проблематично. Кстати, наверху памятник, который установлен, вот этот пик, вот эта стела, она была поставлена на 50-летие советской Армении, когда Армения становится советской в 1920 году. 50 метров высота памятника, символизируя 50 лет советской Армении, был установлен в 1970 году. И там у нас смотровая площадка, которая открывает вид на наш Ереван и на наш Арарат. Ну, каскад
на первый взгляд. Это ступеньки, это лестницы. Давайте каскад немножко представим иначе. Каскад – это 700 ступенек, чтобы рукой коснуться неба. Сейчас, когда мы здесь стоим, представим верхнюю часть каскада и представим, что можно потянуть руку наверх и можно прикоснуться к облакам. Каскад вот такой, намного раз красивее, чем просто представить, что каскад – это ступеньки. Третий уровень, да? Галя, это что за город? Ереван. Солнечный Ереван. Самый солнечный город. В нем неповторимо светит прямо в сердце, в душу и в глаза. Этот город просто сказка, столько в нем добра и ласки, что одною песней мне не рассказать. Города везде мне рады, но такой святой отрады и награды я давно себе желал. За Кавказом горы круче, подниму бокал я лучше за тебя, родной, любимый Ереван. За Кавказом горы круче, подниму бокал я лучше за тебя, родной, любимый Ереван. Ереван, 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 это счастье, любви, караван. Арара, там клянусь, Ахберджан, что душа влюблена в Аястан. В эту слышу, целую твою душу, ты со мной навеки вечный Ереван. Скажу в ответ услышу.